Так, а что у нас, ребята, в рюкзаках? В смысле, в ведре? Так. Ну-ка, посмотрим. Вот они вот такие вот. Вот такие вот. Если это и правда кубанская комета, то я разочарован. Или, возможно, мне подсунули не кубанскую комету. Но так как мы с вами можем разглядеть близко. Вот так. Вот, ну, угу. Вкусная, но ничем не отличается от Китая. Так. Тимоша, привет. Вон там еще столько же лежит. А еще через 10 минут у тебя будет 200 рублей. Вот так по валичку зарабатываем на всякие ерунду. Я пошел твою маму и Соню снимать. Помнишь, да? Вон там еще одно деревце. Потом захочешь еще ведерко, я еще покажу, где есть. Ладно. Это называется программа «Минимум». Ну, а настоящее... Ладно, уже пусть будет. Дальше, дальше. Это дерево уже ободрали. Нет, это уже ободрали. Вон туда идти дальше. Китайка. Красно-синяя, запоминай. И вот китайка красно-синяя. Вот. Вот она. В этом году мелкая, я рассказывал, все мелкое. А как вы хотели? После дикой засухи на другой год. Разве может быть такое? Да, урожайная. Да, уже попадало. Видели, Тимош уже собрал с маленького дерева 5 литров. Ну, а мы пошли девчонкам. Вот. У них другая такса. Любая. Хоть паданка. Упавшая, разбившаяся или чистенькая, вкусная груша. В невкусных не держим. Любое ведро 10-литровое стоит 100 рублей сбор. Вот, не обижается, все равно набегает. Пока собирали абрикосы, заканчивается сбор слив. Сейчас пошли груши. Вот, яблоки. Ну, вот такая семечка. Вот. Из 3 человек, ну, зарабатывает в день 1000 по 2. Но это между отдыхом, потому что это несложно.